Маршруток на улицах столицы завтра не будет до 10 утра. Администраторы рейсов объявили забастовку и требуют повышения стоимости проезда с 3 до 6 леев. Исполняющий обязанности главы транспортного управления Лилиан Копач пообещал, что власти постараются вывести на маршруты дополнительные 30 автобусов и троллейбусов, чтобы людям было на чем добраться на работу. Мэрия извинилась перед горожанами за неудобства, но никаких путей решения проблемы с микроавтобусами до сих пор не предложила.